Итак, ребят, всех приветствую. Шестая часть нашего прохождения, легкого прохождения. Идем, короче, в деревню. Тут какими-то бабками заселена. Может, когда-то было собор какой-то монашеский. Непонятно, короче. Тут одни бабки в основном. Значит, вчера я не смог пойти, тут меня отвлекли. Значит, так. Ну, давайте, тут придется по новой, наверное, да? А, не, я этих поубивал. Ну, нормально. То есть, трупики. Так, хорошо. Тут мы сбегали. Тут где-то еще бабка должна ходить. Вот она. Главное, ребят, бейте второй удар всегда раскладкой. Почему нужно бить второй удар всегда раскладкой? Потому что первый удар короткий, а второй, если она отходит, он все-таки может достать. Это важный момент. Важный момент. Так, сейчас чихну. Вот черта, не вовремя. Так, это для подземелий компонент. Ну что, перезаписывать придется. А, еще к тому же мне наваляли. Ну, у нее урон тоже неплохой, да? Так, бабуля, ты что, сбриндила? Видите, как мы подкачали? Да, кстати, вот этот вот камешек какой-то из тех, что у меня вставлен, он работает только тогда, когда у вас полное здоровье. Если вот этот значок исчез, значит, камешек не работает. Ой, там собачка, собачка, собачка. Видите, вторым ударом достаем. Бабенка там швыряет в нас бутылочки. Попадает в сук. Ей не везет. Ей не свезло. О! Вот тут ей свезло. Ого! Кувалдометром чуть не схловил. По жбану чуть не словил кубалдометром. Так, ну что там? Ничего тут нет. Двойные кровавики нам тоже уже, ребят, не нужны. Нам нужно... Больше мы пушку, короче, прокачать не сможем, пока не пройдем дальше по этой самой. Ну, там после определенного босса только появятся более мощные кровавики. Так, где он? Ой, опуски в монетке. Ни о чем. Так, тут проход закрыт. Нам вон туда надо, ребят. Вон туда, там будет скоро босс. Но придется пробежаться по кругу. О, кстати, гляньте, ништяк я пропустил. Двойной кровавик. Отлично. Сейчас мы изучим эту локацию. И потом пойдем босса убьем. Ну, прикольная локация, кстати. Чем-то напоминает третьим Dark Souls. Есть такая локация, похожая на эту. Так, вот тут стоит чувиха внизу. Она за угла вас будет атаковать, если вы ее вот так вот не грохнете. Хитрая мразь. Из интересного вот здесь вот, я вам так скажу, тут вот есть эти вороны, да. И прикол в том, что одна из этих ворон почему-то так сделана, она вас не атакует. Вот смотрите, вот смотрите, видите, вот эта ворона нас атакует. Вот, вот эта ворона нас атакует, а вот эта никого не атакует. Посмотрите.
Сколько вы не ходили? Это вот непонятно. Вот еще ворона, которая нас атакует. Вот единственная в этой игре ворона, которая, ну, дружелюбная. Чувиха. Она вроде как живая, но видно инвалид. Ага, тоже атакует. О, противоядие, редко. Редко упадет. Это у нас будет как бы скип к началу костра. Ах ты, блядь. Она сможет меня убить! Вот старая. Чуть не грохнула меня. Ничего не дала. Вот ты подлая ведьма. О, еще 8 пепла. Потом как-нибудь покажу, для чего это нужно. Ага, чуть-чуть бутылочки не словил. Прикольное место, кстати. Тут есть маленькое такое местечко. Инвалиды заперли. О, тут ништяк. Вначале можно было понять, что сюда можно пройти. Перекур. Я вернулся. Так, тут тоже аккуратно. Они могут столкнуть вас туда, в пропасть. И так как тут... Вон какая высота. Мы сразу умираем. Ага, и одна промазала. Вот что значит второй удар, да? Ай-яй-яй. Ну, мне кажется, ничего не было. И он промазал, видели, да? Хотите прикол, смотрите. Индридин-дридин. Ого, бабка как пнула, да? Ого! Да я сдохну сейчас. Бабка сгорела, походу. Он даже не это.
начали трещать. Слышите, как трещат? Ого! Это старая карга. Чуть меня не убила, блин. Нифига себе, как ты так можешь-то? Ребята, серьезные, надо срочно открыть проход, а то, может, и убьет, но вот это вот ворота, чтобы потом так по кругу не бегать. Потому что я его плохо вижу, этого чувака. Ах ты, блядь. Ах ты, блин. Блин, где он блок ставит? Честно говоря, этого даже сам не знал. Или что-то у меня случилось с собаками. Надо идти смотреть. Так, тут ништяк лежит, аккуратно надо его взять. Ну, что это даст, я потом покажу, неважно. Что у меня собаки там взбесились, наверное, какой-то пес приперся. Ну, почти все, ребят, мы уже почти все изучили. Вот еще кульки. Но с таким оружием, да, они как бы ничего не представляют из себя. Вот здесь будет проход, вот попозже появится проход в новую локацию дополнительно. Мы к боссу уже бежим. Сейчас еще в одну нычку забежим. А мог бы убить. Гаденыш, а? Видели, он блок ставит. Гаденыш. Это кровавик для пистолета, насколько я помню. Ого. Видели, как она? Ну, а я успел спануть. Ну что, бабки, ничего, да? Ничего. Ну вот тут босс будет. Тут за бочками нычкуется. Тварь эта. Надо ее тоже убить. Красота какая. Непревзойденная красота. Ну что, ребят, босс. Этот босс один из, ну, легких и тех, что мы можем уже убить. Мы можем убить с вами 3 босса. Этот один из самых легких. Значит, еще что я хотел вам сказать. Я даже, наверное, не буду вот эту применять на нем. Еще я хотел сказать, что вот это вот молниевая бумага, она мощнее, ребят, чем огненная, имейте в виду. Урона больше наносит. Давайте мы просто ее применим. Одну.
Значит, как их убить быстро? Значит, тут принцип босса такой, значит, бабки появляются и исчезают. Они как бы телепортируются, исчезают. И ходят какие-то демоны. Вы должны этих бабок убить, их, кажется, тут 3 или 4 штуки. Но можно и 2 убить, и босс как бы пропадет. Но надо просто знать, где они находятся, эти бабки. Сейчас я вам покажу, как надо сделать. Ну, только что без таблетки. Таблетку жалко портить. Попробуем сейчас, короче. Давайте, значит, применяем вот эту хрень. Бежите вот сюда. Разворачивайтесь. Вон она, бабка. Видели ее? Да, бабка пропала. Урона не хватило. Ладно. Вот она, вторая бабка. Вау! Вау! Это, конечно, лоханулся. Я промазал дополнительный удар. Очень плохо. Теперь будем искать. Урона не хватило нам. Надо было все-таки пить эту таблетку. Вау! Последние стадии, они очень опасные за счет того, что они будут у вас бросать специально такие молнии. Старая карга, где ты там шаришься? О. Ого. Придется применить все-таки, чтобы побыстрее убить этих тварей. Ну и все. Как бы повезло. Очень простой босс. Даже последней стадии они не успели меня ничего сделать. Один только взрыв сделали. Ну ладно. В любом случае, мы прошли очередного босса без, скажем так, дополнительных плюшек. И вот сюда, ребят, вам надо спуститься. Тут мы найдем очередной инструмент. Вот тут они пытали какого-то из охотников. Инструмент мастерской для рун. Вот теперь мы сможем руны вставлять. Сейчас покажу. Больше тут ничего не надо пока. Пока. Он очень простой босс, если полностью вы выпили бы таблетку, разогнали бы ее, 2 бабки только, и можно было бы. Так, ну что, пойдем сначала руны, я вам покажу. Теперь мы сможем вот на этом столе руны вставлять. Смотрите, это пузырек добавит, это 4 ртутные пули, это отголоски от смертельных атак, снижение физического ПВП плюс 3, не понимаю. Больше отголосков от павших. Временное превращение. Это не надо. Вот это берем. Вот это берем. Ну и вот это. 3 можно поставить. Ну, давайте вот так вот. 3 мы вставили. Больше будет. Ну, а этот зелененький такой вот. Это как бы другой будет давать нам. Персонажи будут давать вот эти вот руны. Более мощный. Значит, что мы тут? Озарение. Озарение. Ну, нам не понадобится, наверное. Ну, давайте, сколько там? Да 2 купим, хватит, наверное. Вот появилось уже новое, это для подземелий. Тут ничего пока не появилось. Тут тоже, наверное, ничего не появилось.
пули появились, но это, наверное, уже давно я что-то завыл. Из оружия тоже ничего. По броникам тоже ничего. Но, в принципе, все тут понятно с ней, с этим делом. Качаемся. Смотрите, 29 силы, 27 дает урона, да? А если, к примеру, 24 ловкости, уже 28 дает урона. Так, на остальные пойдемте купим аптечки. Так, убили очередного босса. Так. Подземная тюрьма, босс, и босс дальше, чтобы пройти игру. Давайте, короче, пойду покажу вам босса. Вот этого вот. Мы убьем сначала все-таки. Так, подождите, пушку посмотрим, можно ли починить. А, может, мы еще камешки какие нашли, подождите. Чинить не можем, денег нет. Сейчас. Что у меня совсем не вот есть бабло. Одно использую. А не совершенство починить. Так, и посмотрим камешки. Что мы там? 78 урон. Ну да. У нас лучшие камешки стоят. О нет, смотрите-ка, 80, 83. Физическую поднимает. Отлично, что мы сюда зашли с вами. И вот еще. А, еще и третий камешек. А, ну этот камешек. Вот этот можно вставить, кстати, сюда. Он, в принципе, так, скажем, чуть будет восстанавливать здоровье. А этот, как бы, наоборот, нам дает это преимущество. Там огненная атака будет вместо физической. Там может быть тайна, может быть кровавая, молниевая. Ну, вот это вставим. То есть мы вставили уже три камня. Это круто. Оружие чуть поднялось. Видите, у нас уже две меточки появилось. Ну, давайте вот этого босса. А вот сейчас, знаете, конечно, если вот этого убить, то там дадут ништяк, который на этого босса очень хорошо действует. Ай, ладно, давайте вы его из этого ништяка. Короче, вот если вот этого босса убьете. А, кстати, давайте как девочки сбегаем. Так, я только вспомнить должен, как мне пробежать. Так. А, девочки через большой мост, да? Что-то у меня собаки сегодня разошлись. Сейчас, наверное, прерву серию. Прямо вообще оборзели. Короче, если убить босса, которого дальше проходить игру, с него высыпется тоже. Оба, ничего, да? Самоцвет с него высыпется, который будет легче нам будет. Вот гады, увязали за мной, а? Это тот чувак меня убил. Опять ты пришел сюда. Опять тот, как тот раз за нами приперся, блядь. Гад. А прикол. Оба. Свали. Нет, не хочет. Свалился, но мертвый. Давайте посмотрим, есть кто там. Нет ответа. Неужели она уже ушла? Я знаю, куда она могла уйти. Давайте сходим, посмотрим.
Ой, я так и знал. Японский бог. Очередная смерть на пустом месте. Я просто свалился не туда, куда надо. Ну ладно. Ладно. Не страшно. Душ там почти не было. Да пошла ты, паршивка, бля. Отстань. Отстань от меня. О, собачка спрыгнула вниз и живая. Вот дает. Она жива, я сдох. И, кстати, вон не моя душа. Ну-ка, есть тут кто? О, видите, тут есть люди, а девочки нет. Неужели она уже умерла? Пойдемте смотрим. Я просто хочу понтануться. Вот так сделать. Не, слушайте, нету. Так, подождите, я что-то плохо понял тогда. А, вот что-то еще будет, смотрите. Да, все-таки здесь красная лента посланника. Можно почитать. И это у нас ленты эти. Красная лента посланника. Вот, даже не используюсь, почитать. Так любят посланника. Свет был странный, равно какой-нибудь неизвестной жертвы. Странный выбор. Возможно, для постоянного. Это означает траур. Знаете, что, скорее всего, я проморгал, надо было пораньше прийти. И тогда бы она у нас попросила, куда ей пойти тоже. Но в любом случае, смотрите, куда бы ее не отправили, эту девочку, она все равно здесь умирает, на этой вот корове. То, что она пытается идти, и корова ее по пути убивает. Вот это, да. То есть, в любом случае, единственное, мы с вами по квесту пропустили, что мы с ней поговорим. Но это еще не конец этого квеста. Там еще будет продолжение, не такое небольшое. Небольшое продолжение. Давайте так, значит, тут... О, гляньте, чуиха это стоит, я что-то подзабыл. А, ну она так и стоит тут. Она тут так и стоит. Пока что. Так, ладно. Давайте бомбочка, мне мало купить. Надо добавлю на все бабки. Значит так, с девочкой мы лоханулись чуть-чуть. Мы не поговорили с ней, надо было поговорить с ней, да. Ну ладно. Короче, два варианта. Сюда, тут довольно-таки серьезный босс. Если вы с первой попытки не убьете, вам придется попыхтеть. Или соборный округ. Думаю, может, хватит записать часть. Достаточно. Мы убили с вами одного босса, изучили одну локацию. Нет, давайте, я подбегу к боссу, и там, может быть, сохранимся.
просто я пишу с плойки. Ситуация такая, я пишу с плойки. Больше часа она не пишет. Поэтому видео должно быть меньше часа. Ну давайте это самое. Вау! Эй, ребята, подождите, имейте совесть, блядь! Вы ж так убьете меня! Старые бабульки, я темно! Чего я факел не взял? Я заблудился, блядь. Ладно, сейчас возьмем факел. Старые каргули меня убили. Вдвоем набросились-то, чуваки тебе, блядь. Вот так надо было бежать, чтоб я видел, куда бежать, турка, блядь. В эту локацию мы еще раз попадем, ребят. Чуть попозже мы в нее попадем. Ладно, ерунда, сейчас все будет нормально. А просто тут без фонарика ни хрена не видно, куда бежать. Вон, видите, мои. Ну там душ не было, поэтому я не буду их убивать. Ах ты, старая карга. Иди сюда. Чё ты ушла? Давай. Бабуль. На тебе. Факел масло. Потыкала на. Эти вынимают глаза. Знаете, которые у ворон. Вот, она не глазки вынимает. Вот гады, а? Вы смотрите, сейчас мне вырежет глаза. Выковырила мне глазки на. У меня почти не осталось жизни, блин! Я турка! Слушайте, неужели я буду жив? Не, все, сдох, блядь. Вот эта тварь меня просто своей этой штукой подтащила к себе. Она притягивает магнитом. И я не смог убежать. Как я лоханулся два раза на пустом месте. Ну ничего, мы ж уже и на Гаской не умерли. Это полный отстойки. Ладно, это я выделываюсь, мужики, в натуре. Просто надо пробежать. Просто надо пробежать. Надо мне были эти бабки, блядь. Ерундой занимался, блядь. Раз вы меня уже убиваете, блин, хотя бы это, посмотри, что тут вообще есть. Вот черт, старая карга. Я дальше начинаю чудить. Пошла вон, старая карга, блин. О, я даже душ свой вернул. Все, вот этот проход, ребят, вы попадаете к боссу. Очередному боссу. Можно призвать Антала какого-то. Значит, босс. Сейчас я вам покажу босса. Вон он лежит. Вот это, видите, босс. Босс электрический. Серьезный чувак, если вы его с первой попытки не убиваете, у вас серьезные проблемы. Так как он электрический, нам только огненная маска подойдет. И с этим боссом советую все-таки применить таблетку. Маску. Таблетку, значит. И как его убить, не заходя на арену, у меня есть видос. Вы можете посмотреть при помощи вот этого минокля и при помощи гранаток. Но это очень довольно-таки муторно и долго. Мы с вами его быстро убьем, если я, конечно, не лоханусь. Если я, конечно, не лоханусь. Просто
просто ни о чем, если вы будете его правильно убивать. Но если вы его с первой попытки не сможете убить, он уже будет активный, ребят. Как я говорил, первое прохождение в основном и ко всем боссам, они не активны. Пока он встает, вы уже его просто ложите. В Bloodborne есть такой нюанс, что по конечностям наносится урон поочередно. То есть, если вы отрубили ему конечность, то переходите к следующей конечности, и по кругу вы ему все ноги отрубаете. Он на каждую конечность реагирует, ну, станлоком, будем так говорить. Как видите, мы сейчас его просто постоянно станлочили, потому что у нас довольно-таки серьезный урон. И значок нам дал. Пойдемте посмотрим, что теперь мы сможем покупать. Значит, смотрите, если вы его убьете до того, как... Помните, мы сверху выстрелами мужика сбросили? То есть, если вы отсюда вот откроете эти ворота, не пойдете туда, в Ернам, в тот, который спаленный город, а вот отсюда придете, и вот отсюда прибежите к нему, то он вас не будет атаковать, тогда он с вами будет разговаривать. Я сам вам отдаст медальку. Ну и как видите, босс просто очень легкий, если правильно его бить. Но если вы его не убьете, он очень быстрый, агрессивный. Он бьет непонятно, чем бьет, поэтому вторая, третья попытка, четвертая, пятая, десятая будет проблема. Так, смотрим. Вот смотрите, появилась теперь у нас молниевая бумага продажи. За счет его медальки. По оружию тут, наверное... А, ну и вот этот тонитрус, да, появился. Ну и больше как бы ничего, наверное. Давайте тут посмотрим, что тут появилось. Да, тут тоже молниевая появилась. Ну, тут тоже ничего не появилось нового. Ну и все, в принципе... А, чё это я хочу её ударить. Смотрим теперь урон. Вот смотрите, на одну Пошу 34. 34, разницы нет, да? 36. А так? 36, разницы нет. В принципе, давайте мы вот лучше жизни ещё на 3, до 20 жизней поднимем. В принципе, достаточно будет. Значит, на остальные пойдем купим аптечки. Патроны. Ну, таблетку мы использовали. Смотрите, вот эти таблетки, это очень важная деталь. Нам очень нужно следующего босса убить с этой таблеткой. Поэтому как бы их просто так растранжировать нельзя. Блин, неужели к девочке еще раз сбегать, а? Давайте попробуем сбегать. Блин, только б не кончился час. Откуда ты я должен бежать? Наверное, с большого моста. Блять, или сейчас прервусь, подождите, давайте прервемся в следующей серии. Потому что, может, час уже прошел. Тогда видео оборется у меня. Сейчас появимся, ребят. Все, давайте, значит, в следующей серии. Тут мы убили босса с вами. Двух боссов в этой серии мы убили. Очень легко убили. Как вы поняли, при такой обкачке нам не составило труда. Давайте, всем пока. До следующей серии.